Всем привет! И мы сегодня приехали в гости, нас пригласили в горы. Здесь очень уютный домик в горах. И сегодня мы будем делать пряничные домики. Девочек будут учить. А я немножко поснимаю и покажу. Этот дом построил муж этой женщины, которая нас пригласила, а построил его сам. Дом очень большой, красивый и очень хорошее место. Я вот сейчас показываю, пока светло. Световой день здесь сейчас у нас очень короткий. Просто вид очень красивый. Я сейчас попробую показать вам получше его. Такой вот дом человек сам построил, очень-очень красивый и уютный дом. Сюда прилетают птички покушать. Вот сейчас я вам снимаю, показываю. Здесь все сделали для того, чтобы могли и птицы покушать, и животных можно покормить. Вот такая вот красота. И вот так вот выглядят пряничные домики, когда они готовы. Вот так красиво. Сейчас девочки будут делать. Я потом покажу, что получится. Гляди, сосульки получаются. Мы делаем сосульки. Я делаю. Да, Алиса делает сосульки. Sometimes you gotta let your brother do something different. Well, I would say that is all these houses are pictures. I know, these are like a windowsill. Here, my name. That's nice. It's very. It might fall off. My name is Dad. Your cousin made yet another friend. Doesn't seem logical, but he likes it. Would be dark enough. Or we like drive up the mountain. We
we've done it. We did one night. We but did. Sometimes you can see it in the city. Oh, no, I've seen it out of the window. I saw my name on it. You said about Anchorage. I saw my brother's name. For example, Fairbanks or Lovely Jackson, if you look so different. It's like in Anchorage, it's so green. Yeah. Oh. But in Fairbanks, it's many colors. An Arctic Circle, called maybe barrel. Yeah, that's true. Yeah. Another one. So, I'm just at the point. Okay, it's not. Is it really not? That looks good. You can put little. So, maybe from GCI. It feels like for a year. Yeah. Вот и домик готов, который делали девочки. Внутри уже горят свечки, такие специальные, на батарейках. Вот такая, вот такая красота получилась. Мэри Крисмас! Ну что, всех поздравляем с наступающими праздниками и всем счастливого Рождества!